Это Максим. Он решил организовать бизнес. Все рвутся в бой и хотят начать работу. Как быстро и без больших затрат настроить IT-инфраструктуру? Максим подключает виртуальный офис, берет в аренду офисное приложение и настраивает корпоративную почту. Ура! Дела идут в гору. Максим расширяет штат и открывает филиалы. Нужно быстро организовать рабочие места. Не проблема, филиалы тоже подключаются к виртуальному офису. Процесс пошел. Максим управляет работой регионов на месте, без затрат на командировки. Планерки и совещания проводятся через интернет. Все вопросы решаются оперативно в режиме реального времени. Время идет. Растущий бизнес требует больших мощностей. Нужен дополнительный сервер и штат IT-сотрудников. Но у Максима другое мнение. Он арендует виртуальный сервер и легко управляет расходами. Все сотрудники компании используют корпоративный портал 1С CRM. Именно там хранится и обрабатывается информация. Максим вкладывает силы и средства в развитие бизнеса, а об информационных технологиях заботятся профессионалы.